Гейдар Алиев и азербайджанская модель мультикультурализма. В центре Гейдара Алиева состоялся научно-практический семинар с участием представителей общественности страны. Отметив, что именно Гейдар Алиев стал политическим основателем азербайджанского мультикультурализма, госсоветник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Кемал Абдуллаев, также подчеркнул, что фонд Гейдара Алиева реализует значимые проекты по сохранению и пропаганде мультикультуральных традиций Азербайджана. Госсоветник отметил, что политический курс в сфере сохранения и развития мультикультуральных традиций азербайджанского народа, проводившийся под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, на новом этапе успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Кемал Абдуллаев добавил, что сегодня своей политикой мультикультурализма и успехами, достигнутыми в этой сфере, Азербайджан является примером для многих стран мира, известных своим богатым опытом в этой сфере. Благодаря этому 2016 год в Азербайджане объявлен годом мультикультурализма, сказал он.